бирже. Вот это высокое здание называется Мигдаль Минаше. Мы там были на самом-самом верху, там наверху есть вертолетная площадка. Вот. Я вот сейчас пальцем показал, товарищ на машине, который поехал, подумал, может быть, подумал, что я это, что-то в его адрес, да, он может возбудиться и обидеться. Вот, вот. И вот мы сейчас, вот этот рекламный дом, здесь постоянно вот эти, если посмотреть справа от моста, то внизу проходит так называемая Ракевет Исраэль, железная дорога Израиля, и вот это шоссе Аялон. Вот это знаменитое, сверху как раз вид неплохой, вот это река Аяркон, и река Аяркон, которая когда разливается, она выходит и просто заливает вот эту трассу, вот эту скоростную трассу, да, когда идет очень большое, большие дожди, эта река просто выходит из берегов и заливает трассу и даже железную дорогу, и даже железную дорогу. Вот, казалось бы, такая небольшая река. Вот, вот это здесь уже электровозы ходят или тепловозы? И я, честно говоря, не очень разбираюсь в этом, но двухэтажного уровня ходят такие паровозы. Нет, ну судя по тому, что нет, они, ну, они не едут. Нет. Видимо, там еврейский кочегар там подбрасывает гальку, там это самое, да, с песней, как говорится, от Азейна и Торшнайдер. Таких уже нет. Да. Дядя Гриша, ну как ваши впечатления? Вы в северном порту, в самом северном порту города Тель-Авива. Да, чувствуется север, да? Лютый север, и волны стучатся в берег. Так, так, не и с этого... Ни ночи, ни дня. Замечательно. Любовь стучалась в двери, имею в виду меня. Замечательно, браво, 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 респект. Да, дядя Гриша проникся. Вы были в комсомоле? Был. Два раза поступал. Так. И приняли со второго раза? Да. А почему вас не приняли первый раз в комсомоле? Потому что в пионеры меня не приняли. Тогда у меня к вам вопрос. Почему вас не приняли в пионеры? Я вел себя достойно. Вы вели себя достойно. Вот такой разговор у меня состоялся на Ашкелонской набережной с моим дядей Изи, почетным железнодорожником Союза Советских Социалистических Республик и ветераном Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Если вы потерялись в Нетании, то ваша встреча непременно должна состояться у вот этого знакового фонтана. Thank you.
он огромный пляж Нетани. Я уже так предварительно посвящен подвигам советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Буквально недавно. Сейчас постоянно. Буквально несколько минут назад, беседуя с одним из представителей местного населения, я уточнил, как проехать к памятнику советских воинов. И местный житель сказал, что этот памятник здесь, в Нетани, местное между собой, называют Кнафаем Шейхути. Крылья. Глубокое впечатление. Ну, действительно, это очень здорово, что увековечен образ воина. Победителя, воина-освободителя, и Израиль помнит, кому обязан годы Великой Отечественной войны, кому обязан своим существованием. Да, это помнит благодарный еврейский народ. А сейчас мы видим вот такой вот очень красивый закат. Shalom.
Dios.